Смотрите, кто-то тут городил, по всей видимости, переправу. Петровская копейка. Это просто дичь какая-то. Откуда? Короче, ребят, это пиздец просто, а. Ведь я говорю, смотрите, просто вот сверху, смотрите. Ребята, всем здорово, всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Я иду на коп, ребята, на коп. В общем, дня три я не был на копе, сидел дома, смотрел в окно и слушал, как капли дождя разбиваются о крышу. А сегодня теплая погода, дороги все размыло. Даже на Ниве не хочется ехать, потому что она вся будет... как огромный кусок грязи. Посмотрите, какая красота, как поднялась трава. Жужжат пчелы, растут вот такие вот цветы. Очень здорово и круто. Я иду на нашу старую деревню. Урочище, всеми известное. Находок там было полно. Еще будут там находки. Каждый раз что-то новое, каждый раз всегда интересное. Вот. Учитывая того, что я пешком и без забродников, мне нужно будет найти... Вот здесь вот поросль деревьев, вот этих, здесь течет наша речка. Мне нужно будет найти бревно и, как в старые добрые времена, речку эту перейти. Вот так вот, ребятки. Ладно, на месте включимся. Сейчас время час. Я сегодня часиков до 5, до 6. Вот. А вечером стрим, если хватит время. Смотрим. Друзья, в нашем хобби без металлоискателя никуда, поэтому я вам подскажу, где его купить. Магазин «Антиквар 32». Делаешь заказ, нажимаешь «Оформить» и вбиваешь промокод «Охота за сокровищами», который работает теперь вот так. Забиваешь, получаем скидку, либо подарок, товар падает в корзину, заполняешь свои личные данные и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов, которая присутствует на сайте. Оформляешь заказ, и ваш товар уже в пути. Скидка по промокоду «Охота за сокровищами» работает почти на все. Сейчас, ребята, все возможно. Купи свой металлоискатель уже сейчас, потому что сезон в самом разгаре. Магазин «Антиквар 32». Пожалуй, это то, что нам нужно. Так, ребятки, стою на бревне через речку. Вот, только зашел. Смотрите, кто-то тут городил, по всей видимости, переправу. Вот, я со штатива снял камеру, короче, сейчас попробую перейти здесь, чтобы не делать большой крюк. Вот, здесь не так глубоко, но могу сказать честно. Если соскользну и упаду, то придется разворачиваться с мокрыми сапогами домой. Ну, ребятки, повезло мне, сапоги остались сухие. Вот, что-то нет у меня никакого равновесия. В общем, перебежал я, бросил лопату, бросил прибор, штатив. Вот, вон там вон местечко для подхода. Здесь рыбы ловятся хорошие. Ну вот, ну голавлик перепадает с клинками. Я, в общем, ребятки, фактически на месте. Сейчас поднимусь вот на этот бугор. И можно расчехлять прибор. Вот и все. 15 минут ходу, и я на месте. Короче, вот она, эта деревня. Секретная, красивая, старая. Ветки сирени, сирень сейчас цветет, возле каждого дома куст сирени стоял. А я стою на странной колее, которая вовсе не является колеей, друзья. Это распашка. Крупная борозда единичным плугом, которую делают в момент, ну, опахивают леса, чтобы пожар, короче, не захватил и лес не сгорел. Вот здесь трактор туда прошел и прошел обратно. Здесь в апреле... В конце марта, начале апреля горела трава. Вот здесь вот выжжено полностью все. А вот здесь вот, друзья, видите, вот крапива, вот этот вот сушняк весь. Это, ну, видите, два луга отличаются, да. Здесь вот старина, а здесь новизна. Вот, ребят, позволю сегодня... Короче, я просто хочу сказать вам от души. Хочу я ролик снять такой, который я снимал 2-3 года назад. Без вот этого вот там
поскорее там. Всем привет, там, находочка, вот это вот все, гнать, гнать. Пусть лучше ролик получится длинный, но зато такой, какой мне по душе. Вот. Все-таки места мои, с этих мест я начинал 3 года назад канал. Вот, и что-то какая-то ностальгия, что ли. Вот, я думаю, что оцените, друзья, коммент напишите, лайк поставите, что вам больше нравится. А от этого мы будем уже и дальше плясать, как нам дальше писать ролики. Как говорится, ближе к делу, как многие просят, или развернуто, широкоформатно и от души душе душевно. Ладно, поехали. Я сегодня, ребятки, опять без наушников. Вот, блок, катушка, лопата. Наушники у меня вот они. Вот они. Я их решил, короче, без наушников походить. Тишину послушать, пение птиц и сигналы с вами на камеру тоже. Погнали, ребят, погнали. Взял я, ребят, от домов 20 метров, наверное. Ну, думаю, попробую. Вот, и нежданно-негаданно прилетел вот такой перочинный нож. Ножик перочинный. Вот такой вот. Ух ты! А он еще и с... Вот это да. Жаль, что он, конечно, сгнил. Но он какой-то иностранный, друзья. Йонинг. Или так. Не, ну восклицательный знак однозначно. Блин, ребят, подсказывайте. Может быть, кто-то кому-то известен, мастер или компания, которая это... Охренеть. Здесь нет, а здесь маркер. Может, немецкий? Немцы здесь были? Гильзачи попадаются. Вот такая вот находка. Вот. Ну, вот эти вот поляны хожу, выбиваю. Рюкзак вон оттуда, я ролик начинал, рюкзак вон там оставил. Вот здесь гильзач был, вот второй нормальный сигнал. Вот, выкопал ножик. Вот, пойду сейчас его на рюкзак отнесу. И буду дальше ходить. Ходить, наслаждаться. От души. Короче, ребят, это пиндец просто, а. Ведь я говорил, смотрите, просто вот сверху, смотрите. Блин, это что, я не знаю, что это, но это, блин, портретник какой-то. Даже не наш портретник какой-то. О, какая голова. А что же это за монета-то за такая? Лысая, блин. Короче, горшок. Вот просто тупо горшок, черный, керамика. Вот еще один горшок. Я иду по этим, короче, хреновинам. Блин, это серебро, однозначно. Но это не наше серебро. Я так полагаю, это что-то другое, наверное. Какого-то других... Охренеть просто, а! Оно лежит прямо наверху, вот как выпахали ее, так оно и лежит. Представляете, тут никого не было. А монету такую я даже не могу понять, как она называется, друзья. Это серебро, 1847 год, 1900 какой-то. Что это за голова? Охренеть просто можно. Блин, да я даже до речи не... Что это такое, а? А здесь ее сточили на лысо, видите? Шлифовали ее здесь, короче. Охренеть просто можно. Блин, надо чекать, что за медаль. Или что это, монета? Медаль. Да нет, монета, ребят. С ума сойти. Нет слов, ребят. Одни эмоции. Нет слов, просто нет слов. Короче, ребят, я до сих пор не могу отойти, я хрен его знает, но это типа рубля, может быть, какого-нибудь серебряного иностранного. Ну вот, башка сидит, вот 1800, тут видно какой-то 47-й, 1947-й или 42-й. Здесь тоже есть надпись, на гурте, видите, тоже что-то есть. Блин, короче, братва, я просто шокирован, я не знаю, как реагировать на это все. Я вот, знаете, вот, как помните в Comedy Club, и копать, вот... Так и я, вот просто пришел, походил. Я вообще что сделал? Я решил пойти вот по этой борозде повыше пройти и перейти вон туда, потому что там сзади стояли огороды, а здесь я нашел два кольца, короче, ну, коров привязывали на лугу, значит, тут типа коров, ну, ничего тут не было. Вот тут дома стояли, и видите, и горшки, смотрите, тут сколько горшков, вот представляете, распахать, вон она черная аж такой, видите, глянцевый горшок. И много их тут, братцы, попадаются. Вон сапог вон какой-то, видите? Ой. О!
Ну, это не сапог, это подошва от сапога. Может, это даже от немецкого, с набойками, с гвоздями. Вот, я хрен его знает, сейчас отойду, дальше пойду. Но это просто пиндец какой-то вообще. Короче, братва, если это еще монитос, то я тогда буду, ну я ее и так обобью, эту колею, как положено. Вот, здесь что-то неглубокое. Сейчас попробую пинпоинтером. Просто охренеть можно, а. Блин, почему они ее не пахают, а? О, вот. Нет, это, к сожалению, не монета, это пряжка. Вот, пряжка от ремня. Вот, ну может быть серебряная, кстати. Потому что... Вот такая вот. Может, из проволоки просто сделано. 5 метров прошел после монитоса. Да, ребята, деранул так деранул. Сюда бы этого, тамбовского кладоискателя. Этого, металлоискателя, блин. Вот что это такое, видите? Какая-то вещь, колесо какое-то, которую я брать не буду. Дом здесь стоял, дернули дом. Короче, братцы, вот они, горшки. А, нет, это сапог. Ну, где-то видел, вон кирпичи, видите? Кирпичи, стекла. Вот, скорее всего, дернули дом 2 плугами. И он повыше тоже, наверное, еще один дом. Вот, может, сарай. Ну, короче, сигнал тут валом. Тоже, ребята, похоже на что-то на Гильзачёво-советский. И тоже где-то наверху. Вот. Прикольно. Ага. Проволока, может, даже. О, ни хрена себе, еще монитос. Смотрите, ребят. Смотрите, ребята. Охренеть можно, совет. Совет. 35-й год, 20 копеек. Рамочник. Охренеть. Что это такое, ля? Блин, вот, ладно, буду повторяться уже по 20 раз. Вот тебе, пожалуйста, а. Просто путная путь. Берем. Братцы, я опять с этой монетой. Вот, только что мне звонили друзья и подсказали, что это 5 марок. Вот, примерно 1936-37, вот так вот годов, наверное. Вот. Или 34-го. Ну, короче, 5 марок это, немецкая монета. Марка серебро. О, в смысле, это металл серебро. Вот серебруха, пожалуйста. От души. Короче, братцы, вон он, пастух сидит. Вон он шевелится. Видите, метрах в 50-70. Короче, вон его отара овец, вон ниже сирени. Нахреначил я вместе с ним монет. Вот. Просто, короче, пипец, ребят. Тут по инфы, я не знаю, часа 2 не включался. Вот он просто подустал, дедок. Ходил за мной по пятам, как дружок, ё-моё. 1731 год. Это не обзор находок, ребят. Это просто, как бы, я показать, сколько я тут нахреначил. Там на огородах советиков 35-й год поднял. Там вот такая вот монетка непонятная. Вот. И сейчас, если... Короче, вот здесь, вот на этой колее... Я вот просто иду до нее, уже практически дошел до верха. Вот только что поднял 2 копейки Елизаветы. 1700 хрен знает какого года, не дочистил. Вот. Вот в таком вот она сохране. Вот, прям это последняя была монета. Трешка Николая, пуговицы Гирька. И вот, короче, ребят, вот она еще одна. Вот, представляете, пуговицы Гирька. Тут пипец, место старое, тут керамики до задницы просто, вот в этой колее. То есть, получается, я вот вхожу по полю, вот поэтому я просто тупо не могу взять... Это самое, ну, глубина металлоискателя не дает мне взять находки. Ну, наушники я 46-го года, короче, это первая монета, которую я поднял вместе с ним. Вот. Где он там сидит? Ушел. Сидит, вон он, вон. Короче, братцы, это пипец, я не знаю. Это заглядение, конечно. Вот, и вот керамика черная, петровская, старинная. Вот такой вот кирпич рубленый.
Вот, короче, братва, здесь всего этого превеликое множество. Одних монет на колее я нашел 4 штуки. Вот, остальное там по склонам. Вы, если видите, я поднялся уже. Вот, я уже практически... Ну, короче, вот здесь вот не выжжено, вот здесь вот выжжено. Но трава уже, в принципе, стоит высоко. Вот, ну вот этот вот, ну, наверное, со штык срезанный слой, грунт, открыл столько для меня, я не знаю, тут нового. Вот здесь вот поселение стояло выше деревни, той, которая, вот, получается, вот, ну, обычно я которую бью. То есть вот на эту, я уже почти что до леса дошел, который вы в начале ролика видели. И вот здесь вот, представляете, вот, вот здесь вот где-то стояло, было раскинуто поселение. Поселение Петровское, может, Екатерининское, вот, очень старое, охренительное место. Жесть, я вот это сейчас все соберу. Мне очень жаль, что я не смог как бы все это показать на камеру, но это просто пипец, ребят, это просто пипец. Я по-любому что-то еще найду. Вот. Но это просто фантастика. Вон он сидит, вон, видите, вон он сидит, покуривает. Также на колее. Я его гнал наверх вот сюда. Все, я устал. Ну, он армянин. Вот. Да, братва, если это место распахать, вот это вот все место распахать, просто монет будет до задницы. Я говорю, 4 монеты с колеи. Вот, вместе с этими 5 марками, ну, 5 марок я нашел аж в самой низине, там, где деревня стояла, царско-советская. Вот. Обалдеть просто. Пойду выше дальше. Вон он, пастушок, пошел за стадом за своим. Вон он, видите. Вот. Весь коп за мной ходил. Ну что, братцы, дело к вечеру. Поднялся я по этой борозде. Вот, и увидел вот такое вот поле. Поле засажено. Вот. Такие камни на нем валяются. Но здесь, мне кажется, не было. Это, скорее всего, что-то просто тащили трактором. Вот, потому что ярко выраженные фундаменты, которые могли бы быть здесь. Ну, здесь бы, во-первых, было наличие таких керамических горшков, осколков, как это было вон там ниже. Вот, а здесь этого нету. Я уже прошелся, посмотрел. Вот, так что буду сейчас спускаться. Вот, и спущусь. Посмотрю. Вот здесь вот керамика очень много попадалась. Сейчас попробую даже, не выключаясь камеры, где-то показать. Товарищ тут где-то у меня находил монетки. Вот, говорил, где-то здесь он лазил. Вот, и попадались у него... А, чешуя там, типа, даже говорит. Ну вот они, вот пошли. Вот, значит, чуть-чуть все же было смещено. Вот, ребят, вот горшок, видите, старый. Вот он, горшок. Ну, осколки горшков, конечно. Понятно, да? Тоже вот старый. Вот он, горшок. Старый. Много тут их. Вот он сзади. Еще один большой. Вот. Тоже, видите? И вот они пошли. Потом кончаются. И к низу туда метров через 50 опять начинаются. То есть, получается, может быть, вот здесь какое-то поселение небольшое стояло. И ниже там тянулось поселение. Вот. Ну, охренеть, я... Честно говоря, братцы, открыл для себя новое место. Новое место, которое со старыми дырками, так сказать. Я вокруг везде здесь ходил. А вот так, чтобы тщательно бить этот лук, да не в жизнь. Вот. Правильно пословица говорит. Чтобы что-то типа найти клад, да, нужно потратить всю свою жизнь, а потом он будет ждать тебя возле собственного дома. Вот здесь вот такие керамики, да, и елизаветинские двояки жирные, медные. Для меня уже как клад, на большее я и не рассчитываю. В общем, пойду сейчас, где пастушок там остался, вот как раз то место. Я попробую выйти все же на луг и побить тщательно то место, которое, ну вот где вот по борозде попадалось много керамики. Мало ли, вдруг повезет. Ну что, ребят, вот такая вот пошла
Посуда. Горшок старинный, большой. С борозды я отошел. Кину я его как... Вот, полтора штыка выкопал, ребят. Есть сигналы. И вот прямо вон там, где я выкинул, вон там я нашел последнюю свою монетку. Екатерины или Елизавет, там двоечка. И чуть выше нашел пуговицу гирьку. Вот сейчас буду здесь крутиться. Что-то выкопал, ребята. Что-то выкопал. О! Монетка. Ты посмотри. Опять монетка. Охренеть можно. Что же за монетка? Дичь. Екатерина. Неизвестный медный объект. И вот монетка. Охренеть, им валятся здесь. Это, наверное, Александр. Александровская копейка. Александра Первого. Просто жесть какая-то, я не могу понять. Сейчас попробую щеткой почистить, друзья, показать, что за монета. Я глазам своим не верю. Короче, братцы, монетка подъедена прилично, но не исключено, что Петры. Вот, вижу надписи. Вот здесь вот, по кромке. Может быть, даже Петровская копейка. Это просто дичь какая-то. Откуда? Представляете? Ну да, скорее всего, это Петруха. Вот. Ну, еще откиснет дома, посмотрю. Для себя в любом случае. Ну да, и вот здесь вот видно. Блин, надо было... Да не, мне кажется, Петр. С ума сойти. Детское колечко. Ребят, смотрите, какое маленькое, медное. Полстычка. Вот это да. Вот это нахрен да. 2 минуты назад Петра поднял. Я все же надеюсь, что это Петр. И вот, вот здесь Петра поднял. Вон там, там, тут. Вот, а вот тут травы побольше, может быть, домик стоял. Так, ребятки, вон он, пастух идет опять ко мне. Вот, я спустился, делаю вам обзор находок. Смотрите в оба глаза. А попрощаемся мы с вами внизу, там, возле речки. Потому что на камеру он уже тут в 20 шагах от меня. Со своей отарой. Вон. В общем, вот так. 4,5 часа где-то. Просто с ума сойти. Старина лютая. Елизаветы, я в шоке. Откуда? Гирьки, Петры, откуда? Это-то еще как-то деньга вот это. Откуда? Это как-то еще объясняется. Но это немец серебряный. А это... Это не могу объяснить. Все, братва! Все. Речку преодолел с помощью вот этого вот шеста. Вот. Все у меня здорово получилось. Сапоги сухие. Рюкзак тоже. А я счастливый. Ха. Ребят, не знаю, откуда у меня появилась чуйка. Вот. Может быть, пастух был дедушкой хабаром. Но копом я сегодня, безусловно, доволен. Я думаю, что он порадовал и вас. Потому что я сегодня нашел... Никогда бы не подумал, что здесь можно взять. Если на Екатерину я как-то 50 на 50 рассчитывал, поднимал я ее здесь с фундамента, то вот на Петров, на пуговиц гирек, и уж тем более, блин, на серебряный портретник. Нет, точно нет. Такие монеты просто так не валяются. Такие, как серебряные 5 марок. Вот, ну что, братцы, на сегодня все. Приду еще. Обязательно и сделаю это как можно скорее. Возможно, даже завтра, если позволит погода. С искренним уважением и наилучшими пожеланиями к вам, охотник за сокровищами. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал.